На площади Ленина мы проводим проект «Весенний бал». И каждый год, который мы проводим ее на площади, мы репетируем здесь, выпускники. Ну, то есть это самое красивое место в городе, и все видят вот эту серую стену, которая скучная, и, ну, она грустная и такая непозитивная, мягко говоря. Такие шикарные праздники и такая грустная стена. И мы подумали, что самое крутое, что можно сделать, это сделать и эту стенку, чтобы она отражала вот это праздничное настроение, праздничное состояние. Идея была сразу понятна и ясна. Наша компания началась с мечты. Мечты человека познавать мир и делиться этим с друзьями. И мечта – двигатель человека вперед. И поэтому мы точно для себя решили, что это будет связано с мечтой. Вот. А что там будет, я вам не буду пока рассказывать. Это на протяжении 3 недель будет рисоваться этот рисунок. Приходите, смотрите, делайте селфи.